Привет, друзья, с вами Максим. В этом видео я вам покажу товары для велосипеда, которые я заказал для личного использования. Первый товар – это непромокаемая велосипедная сумка от X-Tiger. На страничке продавца сумка представлена в 5 модификациях и комплектациях. Я для большего удобства выбрал самую полную модель. Сумка представляет собой 2 пластиковых отдела на замках, в каждом отделе имеется по сетчатому кармашку. Сверху пластиковых отделов располагается длинная липучка, на которую крепится чехол для телефона. Данный чехол также на замке, внутри имеется кармашек. Снаружи расположена прорезь для кабеля, либо для наушников. Сам телефон в чехле фиксируется 2 захватами на липучках, со стороны экрана прозрачное окошко. Вся эта конструкция крепится на раму велосипеда довольно длинными липучками. В принципе, крепление надежное, особенно если эти липучки потуже обмотать вокруг рамы. Изготовление сумки очень качественное, прошито полностью, ровно и плотно. Тут такое чувство, что под дождем внутренности не намокнут. Бегунки работают исправно, неприятного запаха не наблюдается. На изделии присутствует фирменная бирочка. В целом очень удобная штука, в нее отлично поместятся документы, деньги, ключи, ваш смартфон и прочие нужные мелочи. Второй товар – это умный фонарь на велосипед X-Tiger. Приезжает в фирменной коробке, внутри на пластиковой подложке плюс инструкция. По ссылке 2 вида крепления, есть вариант сразу с 2. Можно заказать и крепление отдельно. Я заказал с 2 креплениями, один зажим под сидушку велосипеда и второй силиконовый ремешок на подседельный штырь. Оба держатся прекрасно. Велофонарь, кнопка, вкл-выкл и смена режимов на нем осуществляется путем нажатия на стекло фонаря. Благодаря встроенным датчикам он автоматически включается и выключается в зависимости от освещения вокруг. Здесь предусмотрен спящий режим, за счет чего значительно уменьшается расход энергии. Питается прибор от литий-ионного аккумулятора емкостью 500 мАч. Корпус устройства полностью изготовлен из алюминиевого сплава. Он не пропускает воду, индекс IPX6, весит всего 78 грамм, размеры 44 на 34 мм. Заявленная яркость фонаря составляет 60 люмен, есть 4 режима. Красный свет получается мягким и рассеянным, не слепит водителей. На AliExpress регулярно появляются положительные отзывы об этой модели. В них хвалят аккуратную сборку и качественные материалы, из которых сделан X-Tiger. Он туго вкручивается в крепление, не двигается во время самой сильной тряски на велосипеде. Все датчики работают корректно, есть только один минус – немного сложное управление.